есть у края, а не посередине. Так, Машуленька, во тьме тогда будешь. Длани также, ничего не менялось. Давайте фулбаф по рейду. Сейчас по ДПСу будет и по напулу получше, поэтому да, шанс не убить. Во тьме. Ну да, во тьме там жопа. Скарлет Ди. Давай кем-то в этом зайду, они тут блин, хорошо напуливают. У меня просто интернет слабил. Был бы хороший интернет, она бы нормально играла. Ладно, мы привыкли на удачу убивать. Давайте на удачу сейчас убьем. Привет, Валерий, да? На хп кричите, Варя. Ну да, чтобы метка кидалась на башу все время. Когда убьем. Обычно она на через раз шутишь. Дмитриус, начинай. Да, у нас будет 30 цвету постоянно, блядь. Ну да. Сейчас он кадом. Ну на кого тогда метку? Фонарик сильно его перекрутили, как Леона. Пускай тогда метка вообще не кидается во тьме. А что делать? Уноси. Побежали. Надо здесь полить хилы. Франческо. Ого. Шо? Та бомба клетанула, один мод на меня согнулся. Думал уже не надо обновлять. Сто раз тебе говорил, обновлять надо бомбу. Не, побежали метеор. Куда трэш идет там? Так, встали в квадратик, смотрим лужи. Лужи течет в рейд. Нормально. Придется не заходи сразу во тьму. Потому что лужи в мелизоне не смогут зайти люди. Метку неправильно вынес, надо было назад, а не в сторону морды. Подожди, пока лужи пропадут. Все, заходи, БДК, рейд зашли. Четвертый пати добиваем голема. Будет крик доставили? Клех, дай метку на меня. Сейчас. Станьте все левее быстрее, а там лезвие вас убьет. Лево станьте между рисунком. Алло, охотник, я он смог. Сейчас зарежу. Я вижу. О. Не, лезвие, короче, ни при чем. Что это было? Танк упал. ХП закончился в танк. Ну, показывайте отхил. Отхил. Или там двойной удар был. Вот когда все смещаются левее, как раз таки, они начинают бить в переднюю половину тела, и у него парихасты идут. Не знаю, но у меня показывают, что у него до 5,47 до смерти, 51% хп, и потом волн никаких нет. Шар. Вот, от силы длинноухого жизнь земли, и Митриус власть крови отдал. Бля, да ребята, вам там сука во тьме нечего хилить, блядь. Там Эрдру держит ход и на 5 человек, блядь. Классная информация, нам это поможет. Так. Таба забагался рекаунт, наверное. Возможно. Там между. Блядь, между промежутком. Да во тьме нравится. Ты должен быть. Который получал 3,5 миллиона урона во тьме, блядь. Там нечего хилить, там просто один хил должен хилить танка нормально, блядь. Там полипал, Эршан, я не знаю, что вы там делаете. Да его нормально прошибают, что ты несешь? Там когда перекос 60%, ты стоишь, тупо хилишь танка, вообще ни на что не отвлекаешь. Все три хила тупо хилят танка. Ну давайте тупо и заспокойли. Так, давайте, шаман. Почему ты хилишь малый волос линии? Сейчас, подожди.
Как это объяснить? Спарки дед. Не знаю, как ты во тьме хилишь, но если так же хилишь, то это ГП. Я длинноухий нормально, там волны есть, там 13 штук кинул за первую фазу, считай. Ну я про вот этого, Спарки Дед. А? Он как хилит во тьме, не гоните его. На левел, на. Где волны? Хил волной. Где волны, блядь, затраиваю? Короче, будет придется тебе пилить новый гайд по RS 25 Гер с нуля. Чек. Так же слава включай. Покажем вас. Баркет дед, хиль волной танка. Волной исцеления. Не будешь хилить, я тебя буду кидать ГП, кикать с рейда, менять на другого человека, который хилит волной. Слушай, подожди, мы можем быть в Рема спикать, если там Рем 64, я хилом за это, где кто там у него воинг 64. Это вайп сейчас. Машуленька, заходи, Ваня, капа готов. Да. Все, да, начинай. Стой, Олег, маны нет. Поздно, пуляй. Подтвердил. Ну, че, пулять или нет? Да, пуляй. Да, да. Шаман стоит за линией. 7%. Маны шучу. Что у вас за привычка? Подтверждайте готовность. Потом говорите, стопайте там. Как-то странно это все. Это ж не просто чекаю. Давайте, метеор, побежали. Парки дед, давай, хиль, волну исцеления. Щиток во тьме на БДК. Мы уже в рейде. Неплохо, повезло. Так. Жест, метка. Кому боб кинули? Демо не взлатили. Да, вижу. Вот такое. Так, побежали. Метеор близко, но далеко бежать. Носим метку вот сзади квадрата. Парк кидает метку назад. Теперь правильно я понес. Прогресс. Алеона бьем. Это процентов. Не попал метка. Сразу заходим во тьму. БДК, заходи. Мы играем большого голема. Давайте посмотрим, какой ты травишек был. Это шестой. Шестой травишек, жесть. Рейд влево, сместитесь и метку. На рисунок. Держи метку. Фога, подымешь фламба. Ламба поднимай. Я не вижу его, не вижу. Сзади, посмотри на карту и повернись. Скажите, когда зайти. Заходите. Заходите. Не стой так близко к Харюну, тебя может лезвие сбрить. Стань чуть дальше. Отойди от него просто. Да. Еще можно отойти чуть. Заходите. Еще можно чуть отойти. Они там сзади, тут так. Так, Фога, Иннер Спарки, Джест или на ухому. Машуленька, не туда, несешь метку. Теперь туда, более-менее. Ты херу знаешь, когда как лезвие не бреет. Прям так на краю танчит. Пора терпение будет кончаться. Да не, нормально он стоит, там не так уж и мало расстояния до них. Лезвие, потом метка, потом переход на фазу. Камера у меня такая. Нет, это нормально. Одинокий, сейчас будет фаза. Выходим в свет за квадратом.
Рост в свету. Так, все сейчас должно быть хорошо. Микролабик назад, сам себя. Стену даем канать. Отошли от фрейма босса, сейчас будет метеор. Побежали далеко. Смотрим лужи, играем большого голема, во тьме дали рост. Топаем по халеону теперь. Играйте большого голема. Блин, я чуть-чуть подвисаю. Большого голема играем. Рост во тьме. Во тьме рост. В спарке дед, во тьме рост, халеону свету не бить. Рядом, большого рядом просто. Потом мелкий трэш. Капа метка. Встали в квадрат, играем халеона. 50% уже. Так, побежали, метеор. Смотрите, как квадрат бегает далеко. Халеона не бить, стопаем по халеону, не бьем халеона, ждем трэш. Микролабик наноси метку. Все в большого голема играем. Халеона свету не бить. Все, можно обдутать халеона, добивайте большого голема. Так, джест метка. Стали в квадратик, отошли от фрейма босса, сейчас будет метеор. 60%. Капа, пришло время дать каплю на Войда. Метеор на танке, смещайтесь в квадрат. Поворачиваем рейд. Квадрат встали. Внимательно смотрим за лужами. Главное не умереть сейчас. Так, фога, выноси метку. К стене выноси и диспель сам себя, только у стены. Прожимаешь дубовую кожу. Хильте фогу, 26% хп. Длинухи, давай тотем на ману, папирос гим на ману, халёна сюту не бить, иннеры длинноухому залить, пламба стопни, ДПС по трэшу, КВС выноси метку. Олег, не бей. Или квадратик. Что? А, агро, б. агро. Не бей. Побежать. Пока. Да я не... Я уже инвиз прожимаю. Тёп, прожал инвиз. Играйте большого голема, давай сакру, лужа в рейде. Папирос, давай гимна отхил, потом уход в тень дашь. И морозим сейчас трэш. Играйте большого голема все, халёна свету не бить, папиросу захилить. Спарки дед, выноси метку, во тьме танк прожимайся. Каплю на БДК во тьме. Играйте большого голема все, микролабик выноси метку. Тали в квадратик. Тали в квадратик. Так. Ничего страшного, побежали. Фламбан потом на перебежке подымешь микролабика. Далеко бежим. Играем все в большого голема сейчас. 60%. И кто? В халеона играемся. О, в халеона. Большого голема быстро. Не попова на семетку, во тьме танк прожмись. Спарки дед, хиль, волной исцеления танка. Папироса назад метку. Стали в квадрат, играем халеона 60%. Если есть капля, кинешь на этого, на Войда каплю. Побежали, метеор. Добиваем? Нет, рано, с 4 ляма я еще. Я даже в отложение зайду, короче. Побежали от лужи. Лень, выноси метку. Трэш, последний трэш, играйте. На 20 секунд до берсы, добивайте халеон уже. А, 20 секунд добивать, давайте в халеон играйте. Блять. 40%. Не бейте, не выбора нет, бейте, выбора нет. Бабл готовьте. Да уже можно было метку и не выносить. Бабл готовьте быстрее, паладин какой-то. Бабл нажмете. Стойте, стойте, бейте. Давайте. Все, он добьется сейчас. Жми. Есть, браво. Ну, ладно. Сука, потная. Пропахала чешка и милит на ручке, но... Ну, я не хочу вот так убивать рейд. Дипкет человек не дамажит. Какой это рейд?
Правильно, наверное, что я Холипала отправил во тьму, потому что были бы вайпы. Я не знаю, как не в Раде, но он, по-моему, ни одной метки правильно не вынес. У него нету лезвия, он наперед бежит. Так, после этого КП этот... Нахуй. Если так не понимает человек, нахуй. Ибо не КП, ибо... Там Виталий Кун, блин, такая жопа была. Спереди опять две, а он не знаю, как там выжил. Тапки на мимике. Там так бабл, блин. Бабл. Гайд записал, нахуй. Полторы минуты длится, блядь. На YouTube заходите, смотрите, блядь. Чтобы вам, блять, буду релить РС-ку как-нибудь, нахуй. Наебашу ГП по 500, блять, за такую хуйню. Метки на, наперед, нахуй, это пиздец. Ничего. Как лица? Кстати, на офи, когда так боссов убиваем, так нету такого ора. Да. Так, ну вообще, ты же видосы смотришь, и не первый раз его убивают, они его там травят, наверное, часов по 80, и рады, потому что они его все-таки затравили. Я говорю конкретно про себя, про нашу гильдию, когда открыли вот этот новый рейд, мы там убили, получается, босс, мегакрут, так там тоже практически весь рейд сдох, но в принципе никого не бомбило. Митриус, зайди на кого-то другого, получи ИП. Кто еще в рейде, отнимите Митриусу ИП. 2000, пожалуйста. Кто еще не покинул рейд? Я вот не помню, кто. Может посмотреть, получал я ИП. А он в рейде? Где он, Митриус, посуни? Сейчас я отменю, сам все сделаю. Сапожки, заебись. Спасибо за рейд, до завтра, ребят. Рейд просто на удачу сейчас был. Да бля, это потная катка.